Нарядная елка в холле СКК имени Блинова и множество ребят, готовых к встрече с главным зимним волшебником. Приемная Деда Мороза открылась 6 декабря с аншлагом. На личную встречу с дедушкой выстроилась огромная очередь из малышей и их родителей. Накануне праздника юные ребята написали письма и сделали подарки для Деда Мороза. И у каждого были свои ожидания насчет находок под праздничной елкой. У меня был хороший праздник сегодня. Я попытался на горке сделать цветочек и рисунок ему. Скажи, пожалуйста, что ты у дедушки попросил на будущий год? Попросил Лего опять. Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка старались пообщаться с каждым. Дети читали стихи, фотографировались с главными героями зимнего праздника и передавали свои письма лично в руки волшебнику, получая взамен сладкий подарок. Праздник продолжался и за пределами приемной. У нарядной елки можно было поводить хороводы с талисманами Сочинской Олимпиады, медведем и зайчонком, а с другими волшебными зверями поиграть в снежки. Аниматоры старались вовлечь в игру каждого ребенка, но и родители не оставались равнодушными к детским забавам. Участвуем впервые. Приехали с Сосиркуля, привезли ребеночка на елочку, потанцевать, хороводы поводить. Очень ждали этого праздника. И хочется поздравить всех с новым наступающим годом и пожелать успехов, удачи, семейного благополучия. Всего доброго. Множество тематических площадок, где ребята могли сделать аквагрим, изготовить свою праздничную елку или нарисовать картинку для Деда Мороза, работали в СКК Блинова до самого закрытия приемной. В гости к сказке можно заглянуть каждые выходные до 21 декабря и с 11 до 4 часов передать свои письма лично в руки новогоднему волшебнику.